Здравствуйте, с вами Татьяна Ковальчук, и я приветствую вас на канале «Канадская деревня». Ну вот, и пришло мое время болеть ковидом. Я сегодня, несколько дней у меня очень кружилась голова, и я, как-то так, кружится и кружится, никаких других симптомов не было. Сегодня заболело горло и немножко потек нос. Ну так вот, решила я протестироваться, у нас тут раздают бесплатные домашние тестеры, вот протестировалась, и вот у меня две полоски, все, я больна ковидом, ну вот. Что вам сказать, пока у меня настроение нормальное, конечно, это был шок, у нас хотя маски уже отменили, все отменили, но я все равно ходила везде в маске, и руки мыла, и все мыла, но где-то видно я пропустила. 2 года я не болела, никто у нас в моей семье не болел, и вот теперь я заболела. Вот, естественно, ребенка я не смогу забрать, малую, на следующие выходные, так что жалко, конечно. Ну и хорошо, в принципе, что я ее не взяла на эти выходные, вот, и на ферму. Мы берем ее на субботу, она учится в Джорджтауне с мамой там, живет, а мы ее берем на субботу-воскресенье нам помогать. Вот, ну и с нами время провести. И поэтому, что делать? Ничего страшного. Ребенка я не заберу на следующей неделе, но это не важно. Вот, самое главное выздороветь, а там посмотрим. Ну, буду я вас держать в курсе, как проходит у меня ковид. Муж протестировался, пока у него негативный результат. Так что вот такие у меня новости. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Пока-пока.